I think so, yeah. Oh, yeah, okay, yeah, it's right there. Okay. Okay. 71. It's closed. Есть там кто? А может быть, хотим 5. Может быть. Пойдем туда. Дойдем. Купим 7-11 воды. Хочешь попить? Что хочешь попить? А? Камбучу? Тебе дают, спасибо, скажи. Инки. Сказали, что приходите с 10. Я пришла в 10:30, а в итоге никого. Не работают, оказывается. Ну почему? Потому что праздники. А потом праздники. Я в шоке, Елисей. Как можно, да? Сказали, что работают, а потом сказали, не работают. Ай-яй-яй, да? А почему они работают, а потом не работают? Не знаю, малыш. За паспортами. Сам напишу секундочку. смотрите, до 12 февраля. Это ваше первое продление. Угу. То же самое. Пожалуйста, за 2 недели сюда. Угу. То есть где-то в первых часах февраля. По времени вы ничего не потеряете, они отсчитывают от даты по штампу, а не от даты явки. Да. А, в смысле, 1 февраля пройти в иммигрейшн? Сюда. А, сюда? Угу, с паспортами. А, и продление 5 тысяч 4 месяца тоже сюда? Все сюда, да, хорошо. Все сюда. Просто я помню, что говорили, нужно в иммигрейшн продавать, нет? Я вам скажу уже, все потом будет видно через 3 месяца. Нужно вам будет туда идти. Как раз смотрите, 1-2 это будние дни, вот можете в один из этих дней принести. Хорошо. А нужны какие-то документы, что мы здесь учимся с собой таскать? Обычно не требуется, паспорта достаточно. Угу. Ни у кого не возникало еще таких вопросов, если честно. Отлично, спасибо. А то мы не волновались. Нет, все нормально, просто огромное количество людей сейчас, поэтому задержки выдачи. А вот если сейчас подаваться, то примерно тоже на какие сроки рассчитывать? Сроки не менее месяца, это по-любому. Не менее месяца. Но у нас получилось уже 2 месяца. Потому что как раз-таки вы подали, и пошел массовый поток. Угу. А там... сейчас уже получше месяц будет примерно? Ну, смотрите, сейчас они временно приостановили как бы саму выдачу и рассмотрение новых документов. Они сконцентрировались на выдаче паспортов, которые уже были у них в процессе. То есть мы довольно много уже получили перед Новым годом. Сейчас будем смотреть, что будет 1-я неделя января, как они будут справляться с работой. Вот. И когда они... Чем быстрее они справятся с работой, что у них есть, тем быстрее они все откроют опять на рассмотрение. А вот продление все без проблем будет. Я имею в виду не по срокам, а имею в виду, что какие-то новые законы, что прекращают студенческие продавать, не продавать, выдавать. Ничего не прекращают. Была приостановка, я вам объяснила почему. По причине того, что да, огромное количество паспортов, они их физически не успевали перерабатывать. У них уже хаос начинался. Ясно. А еще вопрос по поводу выезда, если надо будет выехать. Идете в иммиграцию, получаете реентри. Сингл реентри вам нужно, но вернуться вы должны до даты своего продления. То есть вы привязаны к 3 месяцам. Да. Я к тому, что вообще, как считаете, можно выехать? А вы знаете, на границе всегда все только на усмотрение офицера. У вас может быть там, могут быть документы, может быть реентри, а он вам скажет, что вот я не считаю нужным вас сюда пускать. У полиции есть разнарядка там, в этом месяце посадить там 20 алкашей. Вот, там, выловить на улице. То же самое здесь, мне кажется, сродни у них есть какой-то свой план подобного производства дел, да, чтобы было видно, что они что-то делают. Но из опыта я вам рекомендую, если вам вдруг понадобилось выехать, въезжайте через местечковые аэропорты, через маленькие аэропорты. То есть через какую-нибудь 3-ю страну региона и в маленькие аэропорты, типа Пхукет, Чангмай. Но избегайте Бангкока, там обычно самый трэш творится. И там такое, знаете себе. Всегда. Понятно. Еще там по срокам, если нам нужно будет реентер, мы сами будем идти... Вы идете в иммиграцию, да, там простейшая форма, вы ее заполняете, приклеиваете фото. А есть ограничения по сроку? То есть, там, 3 месяца? Нет, 2 недели. То есть вообще... Нет такого, что у вас там 2 недели, 3 дня, такого нет. На самом деле, нигде там не прописано. Но если вы хотите вернуться по существующей визе, вы должны вернуться до продления. Хорошо. Спасибо большое. Не за что.